глубокой древности дерево на Руси было в особом почете. Любые хоромы работали из дерева. Будь то хата-пятистенка или нарядная часовенка, а мебель, а лари, а телеги, а утварь разная, от корыта до ложки, все деревянное. Под руками мастера являло дерево людям свою удивительную теплую красоту. Так выглядит дом Павлина Михайловича Ишкина, жителя поселка Лежнево Ивановской области. И все в этом доме сработано руками хозяина, мастера-резчика, в прошлом летчика-фронтовика. Как говорится, вот это наше искусство, или в которое я увлекся, что ли, я просто хочу оставить, людям. И вот, между прочим, моя работа очень много здесь, и в Лежневе, и в других местах, и даже в Иванове, и в Мурманске, и в Белоруссии, в общем, во многих, даже в зарубежных государствах есть, вот. А вот, например, в нашей школе номер 10, здесь в Лежневе, вот, целый музей, просто целый музей, пожалуйста, можете, как говорится. И они очень гордятся этим, очень гордятся, кто бы к ним ни приехал. Вот, после этого обязательно целый, как говорится, просятся целыми, как говорится, коллективами, просятся, чтобы побыть у меня. Вот это сколько было и школьники, и взрослые, и даже вот корреспонденты из этих газет. Вот такое дело. Вот такое дело. Красивое дело, нужное людям. Дело, которое приносит радость в нашу жизнь. Дело, которое нужно передавать от поколения к поколению.